Я хочу сказать, наверное, для того, может, люди тоже будут приходить еще и будут приходить к Богу, и будут какие-то вещи, которые будут стоять как препятствия на пути. Мой муж покаялся, все хорошо, мы поехали в православную церковь, специально во Владимирский собор. Мой муж сказал, что я поеду, куплю хорошую Библию, настоящую, православную, ну, чтобы она была правильная, а то вдруг тут неправильные Библии. Лучше купить там, да, за бортом, как говорится. И мы изучали Библию, и пастор Анатолий вообще взял такую тетрадь. Толстую, знаете, вот были общую, по 98, общую, да, завел, все записывал, говорит, я найду, на какую сторону креститься, потому что ты неправильно, ты на правую сторону крестишься, а я на левую. Серьезный православный. Серьезно, да. Он не потомный. Да, да, потомственный. Потом. И когда он 3 месяца изучал Новый Завет, и потом, говорит, знаешь, что здесь говорит, не об этом, говорит, здесь он об Иисусе Христе. Он тогда сделал вывод, серьезный вывод. Он сделал серьезный вывод. Но вообще, он как только зашел, он, конечно, сам еще будет свидетельствовать. Для него авторитетом была Библия. И когда он увидел, что пастор читает с Библии, для него все это было. Он сказал, все, для меня это авторитет. Я понял, что я попал в правильную церковь. Но через 2 недели или 3, слушайте, нам попадается газета, что сейчас... Секты. Появились секты и Белое братство. Ну да, и все, мы туда говорим, мы попали, вот, да? Да, ну вот, наверное, мы туда и попали. Слушайте, и, а кого же ты спросишь? Ты же не пойдешь к этому же пастору спрашивать, что они, да, не секта ли у вас? Но слушайте, слава Богу, что у нас были вот верующие баптисты, вот те, которые наши соседи, они были православные, но потом он женился на баптистке, и они стали баптистскую веру приняли, да. И мы быстренько поехали в мою деревню к нему. На консультацию. На консультацию к баптисту. Мы поехали с книжечкой «Крещение Духа Святым». Нашли тему, баптист. Слушайте, мы приезжаем, мы только вошли во двор, он говорит, а что с вами случилось? Жив Бог. Что с вами случилось? Перемена такая явная. И он сказал так, такие слова, вы народились с горы. Мы еще не спросили, мы только с книжечками стояли, вы народились от Бога. А мы же пришли сияющие и верующие, возрожденный человек. Он даже без вопросов сказал, я просто благодарна Богу за этого человека, потому что, возможно, бы мы отошли от Бога и не были с Богом. А так как он, будучи баптистом, он сказал, что вы попали правильно. Уже когда вы начали рассказывать, он говорит, все нормально. Если вы народились от горы, то проблем немає. Да. И с того времени мы уже все, начали ходить в церковь, начали служить. И я просто благодарна пастору. Благодарна за то, что он кормил нас. За то, что он молился о нас, за то, что он учил нас, за то, что он терпел всех нас, и за то, что через его учение, через его вклад в нашу жизнь, я хочу сказать, 20 лет мы живем счастливой жизнью. Да. Спасибо, пастор. Да. Да. Но мы пережили счастье. Которое не заканчивается. Которое не заканчивается. 20 лет счастья. Друзья, это стоит. Это стоит того. Да. Спасибо Богу, спасибо пастору за то, что действительно так все произошло. Спасибо пастору. Любим вас. Благословляю. Я посмотрела водное крещение первое, и мне так жалко тех, кого с нами. Уже нет, да. Да. И вы знаете, но я смотрю, многие из них уже на небе. Да. Я почему-то многие увидела... Умерли уже. Очень много. Благодать, что он забрал. Были, с зависимыми, когда сливались. Я увидела весы. Видела весы, вот спасение и все остальное. Ну что же важнее? Пустота, да. Так жалко.